А я расскажу вам свое личное мнение. Это результат того, как было проведено, какой был порядок на той сессии. Так нельзя было проводить сессию, как тогда, когда депутата с инакомыслием или другим мнением хватали за грудки, а вы преспокойно сидели за трибуной. Нет, я не спокойно сидел. Я так же переживал, как и вы. Здорово вы переживали. Поэтому вот в данной ситуации давай не обвинять друг друга, а переходите на конструктив, тогда хорошо, легче будет хорошо. Работать. Так вот я в следующий раз. Я хочу, чтобы как прежде, вот тут было 15 или 12 рядов, были только депутаты. Мне непонятно, почему иногда со мной рядом сидят люди, которые не депутаты, хватают меня за лацкан под пиджака. Я должен со своими коллегами обменяться мнением, иногда по тому или иному вопросу. Замечание принято. А все остальные, вся общественность, никто не против. Не надо прогибаться перед общественностью. Юрий Юрьевич, мы депутаты, должны потихоньку, мы работать должны.